Заходим обратно. Руки сюда кладем. Это ФСБ. Что у вас в сумке? Бумаги. Какие? Мои личные. А еще кроме бумаг? Деньги. Начинайте. И в том человек еще. 250, 51, 251. Денежные средства вы взяли не в долг, мужчины, а за что еще раз? Да. За заключение договора 5% от суммы.